Глядачи переможемо поширито, коментуйте, лайкайте. Мы сила. Американский сенатор-республиканец Джим Риш призвал администрацию президента Шаджо Байдена представить Украине самолеты F-16 и поставлять в Украину больше систем ПВО «Нассенс». Он заверил, что постоянно передает свои рекомендации Белому дому. Залишим умову оригиналу, нехай хоть тут загадник и побачить, що что на них чекає. По словам сенатора, в начале полномасштабного вторжения России в Украину он очень критически оценивал действия американского правительства, потому что по его мнению они делали недостаточно и действовали слишком медленно я должен сказать что мы постоянно передаем свои рекомендации в белый дом я говорю им что надо делать иначе стараясь повлиять на формирование политики. Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки и ее быстрое выделение. Я, наверное, представляю группу наиболее решительных в Конгрессе США. В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов», – заявил Джим Рыш в интервью «Европейской правде». Сенатор считает, что не стоит бояться эскалации войны, а нужно ответить Москве за Вьетнам и Корею. Кто-то говорит, о нет, это приведет к эскалации. Но слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и и пилотов для наших противников. Пора США ответить им тем же». «Я абсолютно готов проголосовать за такой шаг», сказал сенатор. Риш добавил, что встречался с украинскими пилотами и уверен, что они могут использовать F-16. «Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем», сказал сенатор-республиканец и добавил, что также стоит сконцентрироваться на том, чтобы убеждать США поставлять в Украину больше систем ПВО НАСАМС. Отметим, у Украины пока есть только две системы НАСАМС. Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны НАСАМС сбивает 100% крылатых ракет и существенно усовершенствует украинскую систему ПВО. Единственный недостаток состоит в том, что таких комплексов у Украины мало. Как писал главред ранее командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеймс Хекер заявлял, что Украина может получить современные истребители F-16 спустя 2-3 года после того, как будет принято решение об их поставках Киеву. Длительность сроков повязана с вопросами обучения пилотов и логистики. До встречи, глядачи! Переможем! Поширите, коментуйте, лайкайте. Мы – сила!